авторынок центральной городской ярмарки. Место, где 365 дней в году вы можете приобрести автомобиль. Кстати, когда автомобиль выгодно продать? Да когда найдется покупатель. Поэтому, если у вас несколько автомобилей, если вы своим транспортом не часто пользуетесь, ставьте его здесь, 10 рублей в день. Это совсем недорого. И, возможно, в ближайшем времени ваш автомобиль приобретут, а вы пойдете за новым. Кстати, что интересно, когда-то я сравнивал авторынок с автоморем. Машин было много, но программа утилизации, да и отсутствие просто автомобилей, он их, ну, это все сметается. Что здесь сейчас находится? Естественно, самые интересные автомобили, как то BMW, та самая «Черный бумер», помните, песенка, посвященная была ей. Mercedes единственный в городе 600-й, Lincoln Continental. А, вот еще, легендарная харизматичная машина, которую вы, естественно, видели. И на этом автомобиле я вам предлагаю переместиться на 7 лет назад. Ну что, поехали? Минута молчания в голове и всему остальному. А теперь в Магнитогорске 100 км в час за 5 секунд. Попробуем. Пожалуйста. Есть у нас в городе такой болид. Nissan Skyline. Двигателем 2,5 литра. Это просто зверь. Зверь, причем прожорливый, имеется в виду пожирающий вас. Все ваши амбиции, все ваши желания погоняться. Все это он сожрет и ничего вам не оставит, кроме ощущения бесконечного удовольствия, обладания бешеным количеством лошадиных сил под капотом, отрывающего ускорение. Не часто ездим мы в настоящих спортивных тачках. И вот случилось чудо. Да, это чудо. Чудо красное, по-боевому раскрашенное и японское. Машина не маленькая. Салон, конечно, сделанный для двоих, для вас и той девушке, которой вы собираетесь кружить голову. Фактор агрессии в этой машине явно выражен. Очень хищный такой взгляд, раскосых японских глаз, обивочка черная с красным, сексуальность и агрессия. Именно это характерная особенность Nissan Skyline. Хотя, в принципе, в названии Skyline, небесная линия или линия горизонта, нету ничего устрашающего. Марка известная, очень популярная. Если помните, первые японцы, которые приехали к нам, среди них были такие рубленые Skyline. Мне они нравились, фамильность Skyline осталась прежней. Единственный недостаток, блин, Будда, это переключение повороток. По привычке запускаешь дворники. Вот я еще раз это сделал. Причем сделал почему-то обоими руками. Ну ладно, хоть не ошибся. Что можно сказать еще об этой машине? Характерный визг турбины. Турбина действительно визжит. Причем визжать она начинает, как только стрелочка тахометра перекрывает 2500 оборотов. Машина при всей спортивности еще и очень комфортная. Климат-контроль. Разумеется, полный электропакет, есть даже такая очень актуальная для Магнитогорска штука, как ионизатор воздуха. Проблемы у нас с экологией явно выраженные, но закрыв окошечки, вы ощущаете чистоту воздуха где-то рядышком с Фудзиямой. Прелесть японская. Диск резины, шелест шин. Все это можно ощутить и почувствовать на собственном примере. А мы сейчас напоследок оставим жирный черный след резины. Мама родная. Уникальная подруливающая система
даже в этом пушечном ускорении не дала машине дернуться ни вправо, ни влево. Видели лебедей на заводском пруду? И вряд ли увидите. А танец маленьких лебедей? Насчет лебедей не знаю, а танец больших скайлайнов, пожалуйста. Для гонок по льду эти машинки, как оказалось, не очень подходят. На месте шлифуют на любой передаче, а ехать как-то не хотят. А вот для танцев в самый раз. Нажал на газ, и вот оно, кружение вальса. Кстати, вальс у них лучше всего получается. Нет, разогнать тоска и при желании можно, только остановить их очень сложно. Зато адреналину аж из ушей паром выходит. А главное, вокруг ни одного дерева, ни одного столбика. И подвеска цела, и подшипники в порядке, и резина не дымит. Хотя и не без спецэффектов. Единственный минус – это минус на улице. Но без него уральского по льду не покатаешься. А не хватануть ли еще кому острых ощущений? А давай! И ну вальсировать в непосредственной близости к оператору. В общем, обязательную программу японские фигуристы откатали на отлично. Оставили без комментариев наши недетские покатушки. Для того, чтобы люди, далекие от искусства, а именно такие в городе, похоже, решили заняться телевидением, и привыкшие качать бабосы одним только нажатием клавиши play, поняли, вот так надо работать, как делают это авторы автостопа. Итак, 7 лет прошло, морда-то не изменилась, так, чуть-чуть, кое-где поокруглилась. Но, с другой стороны, кушать стали лучше, кризис все-таки. И в кризис, естественно, владелец этого автомобиля решил его еще и до ума довести. Итак, что сюда проинсталлировано и чем машина отличается от той 7-летней давности? Ну, во-первых, поменен капот, крылья, бампер, оптика передняя, противотуманные фары. Раз. Добавлено архитектурное решение, как то стильные поворотники, диски Alessio, это практически 40 тысяч рублей. Вот. Ну, и это, и то, и другое. В общем, есть на что посмотреть. Сколько денег сюда было вложено? Примерно 100-150 тысяч рублей. Ну и поэтому цена вопроса 400 тысяч. За 400 тысяч вы самолет не купите, да и табуретку, которая умеет ездить, тоже не купите.
А это ракета. И как ракета, точнее, как горячие пирожки, расходится практически все, что мы вам показываем. Ну, тот, кто не успел. Сейчас есть новая возможность посмотреть ваши любимые сюжеты в моем исполнении. Фамилия Чилейкин – это достаточно редкая фамилия. Скажем так, в городе Чилейкин только один. В интернете Чилейкин только один. Если вы зайдете на YouTube, вы вобьете туда фамилию Чилейкин или Чхелейкин по-английски, вы увидите все наши интересные сюжеты, которые мне больше всего понравились.